Господи, как я уже устал бежать по этому лесу, мы такими темпами вообще ничего не найдем. Ага, а кто карту просерил? Скажи мне, пожалуйста, зачем? Фласка! Фласка просерила ты карту. Ты просерил карту, ты чё на меня тут это гонишь, а? А это не я гоню, я ему и говорю, я тебе дал карту, ты сходил в туалет, все, нет карты. Я Фласке ее отдал подержать. Он картой потерся? Так, да по-любому. Да вы чё? Я тебе карту отдал. Фу. Он потерся карту, но ведь она у меня, то есть выходит у меня. Фу, Фласка, фу. Да вы с ума что ли посходили? Фласка карту подержала, я отошел и все, у нее карта. А, да, расскажешь. Пошлите дальше. Ну что стоять-то? У нас как бы ночь уже. Там есть склад, наверняка в том доме я найду склад. Стоять! Да стой, Фласка! Ты что, не знаешь, вот эти вот сценарии фильмов, как вот когда мы идем по лесу, случайно находим дом, в итоге получается так, что девочка умирает первая, мальчик. Не-не-не, девочки умирают последними, потому что, ну ты знаешь, мы в таком обществе живем. Извините, вы откройте, пожалуйста. Заходите! Стойте, Фласка, подожди. Женщина, там женщина стоит, она такая, она... Женщина? Тогда она... Это работа для меня. Не понял. А можно у вас переночевать? Какие вы упитанные. Ну, я практикую тут одно новое заклинание. Мне тут в Хогвартсе выписали. Ну, как в Хогвартсе? Вот ваши камы вот новые, которые... Я хочу потестить как домашнее задание его на вас. Какое домашнее задание? Вы что, с ума сошли? Не надо на нас никакие заклинания тестировать. Мы сейчас вам особняк разберем, да? Не прокатит. Почему? Как только ты выйдешь отсюда, мое заклинание уже будет действовать. Я практикую превращение. А в кого мы превратимся? Хочу стать драконами, большими такими могущественными драконами. Угодно. Да хоть дракон. Драконы, хочу драконы, тетя, сделайте из нас драконов. Блин, драконы, серьезно, так не... Ладно, драконы, так драконы. Аблакадабра, кинебита, азенциган, дым. Чего, блин, я вообще ничего не понял. Бабка разводила, давайте ее ограбим. Вы что хотите? У меня пенсия 7000, вы у меня в доме, вы ничего не найдете. Я уже кое-что нашел. Кровать. Кровать, молодец. Я эту кровать не стирала уже 3 года. Кровать не стирают. Мы новую наволочку постелим, все будет нормально. Рич будет на ней спать, побежали. Так, ладно, допустим. Ой, господи! Пацаны, ля какая! Рич, недоразы, ты! А я нормальный дракон, кстати. Подожди, ты моя жена, да? Как с каких пор я твоя жена? Я вообще-то, это одноглазый Джек. Что, не видишь? Да нет, мы походу стали семьей драконов, а это малыш Ричи. Работает, работает! Не-не-не-не-не, в смысле, погодите, если Ричи стал яйцом, это еще не значит то, что мы семья драконов. Просто он это, пришибленный. А почему я яйцо и что? Потому что недоразвитый, братан. О, он телепортироваться умеет! И это все, что я походу умею. Так, потому что недоразвитый, братан. А можно мне, пожалуйста, другую жену, а то у моей что-то глаза нету и какая-то она стрёмная. Я одноглазый Джек, это понял? Накрасилась еще как-то стрёмно. Я отказываюсь от него, потому что он яйцо. Вообще-то, права вот такие, то что сейчас по законодательству детей больше любят, поэтому смотрите, я отказываюсь от вас двоих, мне не нужны родители. О господи, у меня отец Скретч, у меня мать Фласка, я поехал отсюда. Так и правильно, Шуруль там мне не нужен. Дед, да куда поехал, подождите. Дом. А я направо пойду. Да подождите, куда вы все разошлись? Ричи, иди сюда. Это, надо у бабки спросить, как вернуться обратно, а мы в дверь там не проедем. Ничего, я проеду в дверь, сейчас расколочу. В отличие от вас, я хотя бы умею телепортироваться. Бабка, возвращай обратно все. Нет, не прокатит. Короче, смотрите, чем прикол. У вас есть примерно сутки на то, чтобы вернуться в свои тела. Для того, чтобы вернуться в свои тела, нужно выбраться из этого мира. Потому что, ну, у меня просто заклинание по всему миру работает. И получается так, что, ну, вам хана. Просто я не умею снимать заклинания, поэтому вам придется самим это разгревать. Нам нужно в Эндермир отправиться для того, чтобы мы смогли стать обратно с собой? Да. И вообще, вдуйте уже из моей хаты, поставьте мне обратно мою дверь. Так, ладно. Ребята, нужно разрабатывать план действий, как нам это, в Эндермир пойти. Нам нужно это заканчивать, потому что мне яйцом неудобно. И у меня как бы лапок нет, ничего нет. Я как бы спину, чисто почеши спину, слышь. А где у тебя спина, подожди? Да какая разница, где спина, там и чеши. Так, ладно, для того, чтобы нам в Эндермир отправиться, нам же нужно это, добыть обсидиан, портал сделать. Хотя нет, нам нужно всего лишь то железка добыть, это сделать портал в ад при помощи ведьма. И еще найти лаву. Ты лаву где-нибудь видишь? Мы драконы, я вообще умею летать, ща. О, давай. Я умею летать, до свидос, аривидерчи. Так, ладно, я тоже умею, кстати, летать. А ты умеешь летать? Я умею хотя бы играть в Майнкрафт. Я нашел железо, это молодые люди. А ты, это, яйцо-копатель можешь копать? Угу, сейчас, ты это, что это, раба нашел, что ли? У меня лапок нету так-то. А у тебя где-нибудь под кожурой там есть кирка какая-нибудь там железная, а? У меня есть кирка, вы бесполезны, я сейчас все сделаю, оба. А ты хочешь сделать, набери. Выглядит
он как злая какая-то и ведет себя дядь, так. Дядь, смотри на меня, пожалуйста, еще раз. Скажи, ты думаешь, я умею копать? Я яйцо, я все, что умею, это делать. Можешь его зубами расковырять, чтобы он вылупился хотя бы? Ну, да, убери от меня свои зубы, стоять сюда! Я хочу на это посмотреть. Понимаю. Какая-то у нас неблагополучная семья дракона получается. Я бы сказал, крайне неблагополучная, прям вообще. Да, это все из-за бабки, из-за этой. Не хочу я это. Не хочу, хочу обычно встать. Опять отец на бабку гонит. Я говорю, все, семья прям вообще по наклонной пошла. Да нет, бабка, которая в особняке, я ее первый раз вообще вижу. Все так говорят, все так говорят. Так, ладно, короче, все, пусть плавится. Железо, ща ведра намутим. Так, ну что, железка, в принципе, переплавилась. Ща надо намутить себе два ведрышка. Ричи. А, ты не умеешь ничего. Фласка, иди сюда, ползи сюда. Зубастая. Так, ты идешь за лавой. Окей, где лава? Где ведро? Вон оно, лежи, давай, давай, давай. О, нормально, все, а мне что делать? Охраняй печку и верстак, понял? О, а мне нравится работа, все, я ничего не делаю. Ой, то есть я охраняю вот этот вот момент. Ага, все, охраняй, давай. Я пока тут полетаю немножко. Главное это, не потерять тебя, а то все. Я вернулся, забирайте. Нам два ведра лавы, не... нам нужно озеро лавы, а это не надо. А на кой ты мне тогда сказал лаву притарабанить? Ну там вода должна, я перепутал, наверное. Так. Не выливать? Нет, не выливать ничего, это понадобится. Так, нам нужно озеро лавы, так что отправляемся на полетные поиски. Так, ладно, озеро лавы найти... О, как балдежно за дракона летать. Просто посмотрите на это, ребят. Всегда мечтал стать драконом в Майнкрафте вот таким балдежным, который еще умеет плеваться к тому же. Балдеж. Опа-на, я вижу деревню, можно там всех закошмарить. Я ж дракон. Че, жители, не ожидали дракона в Майнкрафте ведь? Ловите, баба! Ща их грядки все. Фласка, давай тоже пуляй чем-нибудь. Чем ты умеешь пулять? А я вообще ничего, походу, не умею. Понимаю. Ну, ты летать умеешь зато. Короче, нужно озеро слабое, так что отправляемся. О, я нашел! Подождите. Мы потеряли Ричи. Я родился! Господи, можно мне дедом сдаться, пожалуйста? Ты не родился, ты еще яйцо. Да, нашли озеро лавы. Так, а кто это наплевал? Фласка, а ты говорила, ничего не умеешь, не понял. Вы скажите, пожалуйста, вы ведро не потеряли никто? На, два ведра. Ты будешь строить портал в ад, потому что ты младший. Ты вот знаешь, где-то младшие выносят мусор, а ты будешь выносить лаву. Нормально, нет. А зачем ты мне два ведра с лавой дал? Это фласка принесла. Я за водой. О, она принесла воду. А здесь вот прям соседнее озеро, это озеро с водой. Нормально, ща мы скоро вернемся в Эндермир и обретем свои эти... Не понял. Фласка, ты что делаешь? Мне просто чертело. А почему у тебя так много способностей, а у меня всего одна? Ну все потому, что я особенная. Мне мама всегда так говорила. Да, кстати, вот в это я могу подтвердить. Мама всегда говорила, что она особенная. Давал ей побольше шоколадок и говорила, типа, что нельзя так шутить. Поэтому, да. Ты самый умный, что ли? У меня лапки, на, забирай, вот тебе ведро, вот тебе это. Какие у тебя не... А как ты же выкидываешь же как-то? Значит, ты сможешь построить. Нет, я выплевывал. Давай, строй. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, придется самому. А тогда тебе задание. А хотя не, подожди, ты же огнем плеваться умеешь, так что так и подожжешь портал. Какое-то яйцо бесполезное, кстати. Ричи, почему ты вообще яйцом стал? Я что, знаю, что ли? Насколько развития хватило, настолько и стал. Я же говорю, просто он одаренный. Так, это где? Не понял. А я же спереди строю. А он уже готов, что ли? Ну да, вы что с порталом сделали? Господи, вы гений архитектуры. А что оно само ставится? Так, все, Фласка, поджигай портал. Сейчас подожгу, а что у нас внизу-то нет ничего? Нам нужно выламывать эту штуку, стоять. Так, все, портал вроде готов. Пытаюсь. Балдеж, прям размерчик под драконов. Давайте, заходите. Он телепортнется, мать, давай ломай портал. Вы че? Все, ломай портал. Че, сломали портал, а у меня тут он остался как бы, да. Надеюсь, когда ты зайдешь в свой портал обратно, ты появишься в Сызрани. Не понял, а вы где вообще? Вернитесь. Ладно. Полетели, круши! Нам нужно эфритов найти быстрее. Крепость! Фласка, не круши, не ломай! А можно мне, пожалуйста, найти вход в эту штуку? А ты куда пролез? Откуда про... Не понял. Меня не задевай, пожалуйста, у меня как бы... У меня жена сумасшедшая! Спавнер эфрита! Фласка, только не разруши его своим этим плевком. Я знаю, как можно сделать. Ща балдеж покажу. И оба! Во! Они будут спавниться и будут сгорать. О, а я буду собирать эти стержни. Отлично, мне нравится. Чё, сколько палок получилось? Да горю, больно, блин. 14. 14 уже? Балдеж. А чё я так криво стреляю, вроде ровно целюсь? Все, у нас есть достаточно стержней. Давай валим отсюда, я не хочу здесь тусоваться, здесь неудобно, валим. Жарко, и я, походу, от температуры начинаю вылупляться. Я, походу, от температуры тут чуть ли не умираю, капец какой-то. Знаете, что нашел? Ричи, я нашел твоего брата, вот, смотри. Слышь, что-то на брата моего не слишком... Стой, слышь, это же яйцо! Рокари!
Земля тебе пухом, брат. У Фласки шиза, короче, понятно все. Ладно, возвращаемся домой, потому что нужно быстрее искать эндерменов и уже отправляться в Эндермир для того, чтобы стать человеком. A few moments later. Так, вот здесь подо мной портал, подо мной портал. Оба, я понял, все понял. Просто подождите, я сейчас все сделаю, сейчас все по красоте. Фласка, будет. Ты что хочешь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! По-моему, уже загорелось там. Что-то не докопали, по-моему. Недостаточно глубоко. Сейчас я все сделаю. Так. Что-то копает, грызет там зубами. Вообще капец какой-то. Слышь, а она, походу, так до бедрока хочет сделать. Как бы она так портал не разнесла, слышь. Реально. Я нашел. Что там? О, реально. И где? Здесь портал сразу. Ну, а интересно, что я говорил пару секунд назад? Так. Ты еще не разрушила нам портал? Ура! Давай. Кого, блин? Так, у меня, кстати, крылья дракона остались. Это балдежно. Интересно, сила дракона осталась или нет? Ну, по крайней мере, я от этих кристаллов вообще не умираю. И мне вообще по барабану. Иди сюда, дракон. Я проголодался. Дайте пожрать! Ричи в юбочке, да. Так, отстань от моей юбочки, это киль. Получай! Да, по-моему, сейчас его откинет просто. Нормально. Короче, все, я лечу за ним, я его буду в полете. Фигач, я же все-таки тоже дракон. Не такой дракон, как он дракон. Но я его убью. Да. Серьезно? А что так ты на изи его побил? Ну я же дракон. Правильно, нафига мне все бомбить? Я не, в принципе, не обиделась. Юху, можем возвращаться домой. Ну и как вы поняли, ребят, сегодня мы прожили жизнь за семью драконов. И на самом деле это было очень странно. Какая-то ведьма нас заколдовала. Но мы в итоге расколдовались. И все четко. И если вам понравился данный ролик, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами была Фласочка и... Ричи! И Скрэч! Всем удачи и всем пока! Пока-пока, ребята! Я так подумал, слышь. Я на вас двоих заявление напишу, что из вас родители отвратительные, ладно?